11 января отмечается День заповедников и национальных парков. Поздравление по этому случаю направил глава республики Бату Хасиков. Вот что в нем говорится. В нашей республике 24 объекта имеют такой статус. Это заказники, в том числе 3 федеральных парки, памятники природы. Особое место в этом списке занимает государственный биосферный заповедник «Черные земли», который можно с уверенностью назвать достоянием не только нашей республики, но и страны в целом. Здесь находится более 100 видов животных и свыше 30 растений, занесенных в Красную книгу. Хочу с благодарностью отметить очень важный труд сотрудников заповедников, которые круглосуточно находятся на своем посту, сохраняя и оберегая уголки первозданной природы и ее биологическое разнообразие. Заповедники Калмыкии выполняют и роль магнита для путешественников, активно развивая туристическую отрасль, особенно ее экологическое направление. Конец цитаты. Также Бату Хасиков призвал жителей региона беречь природу. Только вместе мы сможем сохранить ее богатство для будущих поколений, подчеркнул Хасиков.